Танцы и песни – лишь малая часть торжественной церемонии награждения победителей конкурса «Сердце отдаю детям». Символично, что именно дети выступали для лауреатов. Я вас поздравляю и желаю вам большого творчества, любви к детям, еще больше любви к детям. И всего самого-самого доброго, чтобы обязательно было здоровье на то, чтобы продолжать свое очень нелегкое дело. Местом торжественной церемонии уже традиционно стал Одинцовский центр эстетического воспитания. Просторный зал вместил всех гостей праздника. Огромные слова благодарности организаторам этого конкурса, Одинцовскому центру эстетического воспитания, который взял на себя и ответственность, и заботу, и самое главное, создать ту необходимую атмосферу, чтобы наши звезды искрились, сверкали и показали все свои знания и умения. Для лауреатов и участников конкурса выступили танцевально-спортивный клуб «Сити Данс», хореографический коллектив «Конфетти» и многие другие. Зажигательные танцы лишь добавили настроение празднику. Многих собравшихся растрогали совсем еще юные ребята. Исполненные ими песни оказались под стать возрасту. Красота, красота, мы везем с собой кота, чижика, собаку, петьку, забияку, обезьяну, попугая, вот компания какая, вот компания какая. Районный конкурс «Сердце отдаю детям» уже давно стал доброй традицией. Его победители представят Одинцовский район на региональных соревнованиях. Святослав Савенков, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцово».